Сняли номер. Гостиница «Уют», но мы не ожидали, что здесь будет так уютно. Очень красивый сад. Замечательная территория. Огромный огород. Хозяйственные люди здесь. Вот наш уютный домик. Получилось очень классно. Клубника. Клубника посажена очень классно. Соседний участок. Наш домик очень уютный. Нам нравится. Здесь есть качели. И зона для мангала. О! Здесь мангальчик есть. Это классно. Сегодня будут шашлычки. Надо меня катать. Айрики, меня. Чиз. Янчик, принеси мне стаканчик. Иди такой, не хочу такого. Смотри, полетела. Очень уютные комнаты. Коротко расскажем вам. Конечно, вид на цветущий сад дорогого стоит. Столик, за которым мы вчера ужинали и сегодня завтракали. Заходим в помещение. Полностью все оборудовано. Wi-Fi есть. Ванная комната. Душ пользовались. Быстро высыхает все. Горячая вода. Несколько полотенец, что приятно удивило. Были во многих гостиницах. Это большая проблема. Большой столик, на котором были разложены все наши вещи. Мы вот на диване двуспальном спали. Удобно. Две кровати. На 4 человек рассчитано. Телевизор вчера дети смотрели, были довольны. Очень большая зона кухни. Очень большая. Здесь есть микроволновка. Холодильник с морозильной камерой. Раковина. Вся посуда. Посуду можно было с собой не тащить. Но мы путешественники опытные, поэтому мы всегда с собой все возим.
Здесь даже свое фраже есть. В общем, получилось очень здорово. Большой номер. Стоимость уточняете на букинге. Светлый. Очень много света. Ну, сплит-система, это само собой. Летом, я думаю, что здесь с ума можно без нее сойти. Вот. Так что приезжайте все в Сенной. Ой, как здесь легко дышится. Здорово. Вот так. Красивое место. А мы едем дальше. Нас ждет Фанагория. Фанагорийская крепость, основанная еще самим Александром Васильевичем Суворовым. Поконим?